Первый момент, который нужно знать. А второй момент необходимый. Надо иметь представление вот о чем. Ведь тот мир, который создал Бог, и тот мир, который мы видим сейчас, это не совсем одно и то же. Между этими двумя мирами лежит огромная пропасть, бездна, разлом, землетрясение, какой-то вселенский катаклизм. Человек согрешил. Мы об этом еще поговорим в своем время на наших беседах. Но вот уже сейчас надо четко себе представлять, что грехопадение – это не тот грех, который совершает каждый из нас порой ежедневно. От этого землетрясение не происходит, и мир не умирает. А то, что совершил Адам, то грехопадение, которое перевернуло мир и привело к тому, что Бог зашел на крест, оно поколебало все стихии мира. Из чего мы можем это сделать, такое заключение? Тот райский мир, тот мир, в котором первозданно жили Адам и Ева, тот мир, например, там все существа, животные в том числе, кушали траву. Ну, представить такое себе как бы несложно, нам особенно так хорошо бы, конечно, все кушали траву, но любой биолог вам скажет, что лев не может кушать траву. Его органы к этому не приспособлены. Весь его физиологический аппарат, он настроен только на то, чтобы есть мясо. И он не может. Если он будет сейчас есть траву, он умрет. Он не может. Нет таких у него ни жевательных способностей, ни переварительных способностей, чтобы он мог вот хотя бы просто ее употребить в пищу. Эту траву он не может, без мяса он умрет. А тем не менее лев до грехопадения эту траву ел. Как? Значит, с львом и со всей окружающей природой произошли какие-то удивительные изменения, что все вокруг поменялось. И еще. Мы знаем из библейской истории, что дождя на землю не падало. Так этими словами заканчивается первая глава книги Бытия, что только роса сходила и орошала все существующее, а дождя не было. Что? Как не было дождя? Что было, когда не было дождя? Все было затянуто тучами или светило солнце? Как это происходило? Где скапливались массы испаряемой воды? Мы не знаем. Мы знаем только по свидетельству Библии, что вода не сходила, дождь не проливался на землю. А потом это становится нормой. После грехопадения, особенно после потопа, это становится нормой. Мир приобрел такие качества, которые он имеет сейчас. Вот. То есть, по крайней мере, мир пережил два катаклизма серьезных после